Всем привет! Сегодня я вам покажу, как выполнить события сквозь хиличурственные земли в игре Genshin Impact. Всем приятного просмотра! Нам нужно телепортироваться в ущелье Дедаупа. На карте появляется статуя, с помощью которой мы сможем выполнить это испытание. Мы с вами превратимся в Око Упана. С помощью него мы сможем перемещаться по хиличурлам. Так, передвигаясь по хиличурлам, мы сможем добраться до финальной статуи. Но по неизвестным причинам нас могут видеть шамачурлы, поэтому нам нужно будет время от времени использовать маскировку. И вот мы уже превратились в Око Упана. И таким образом нам нужно перемещаться по хиличурлам. Мы с вами можем взаимодействовать с некоторыми предметами на карте, например, закатники. С помощью них мы сможем отогнать хиличурла в другое место. Итак, потихоньку мы с вами доберемся до финиша. Теперь мы видим шамачурла. Рядом с ним находится специальное устройство, с помощью которого мы с вами можем замаскироваться. Вот и все. Теперь он нас не видит. Можно двигаться дальше. Мы видим гидрокамень. Его нужно разрушить, чтобы хиличурлы убежали. Продолжаем добираться до финиша. Вот мы добрались до финишной статуи. Теперь нажимаем значок, чтобы завершить испытание. Первое испытание завершено. Теперь нам нужно выполнить второе испытание. Находим портал возле первого испытания и заходим в него. Лучше всего выполнять это испытание в совместном режиме. Так будет легче. Телепортируемся в мир другого игрока. Он отправляет заявку на совместное испытание и принимаем ее. Желательно выбрать самого сильного персонажа. Нам нужно будет победить большого мегачурла. На карте будут появляться закатники, которые нам нужно будет атаковать обычными атаками, чтобы они взорвались. Сок будет разлетаться во все стороны, тем самым побеждаем мегачурла. Вот эти большие закатники нам нужно атаковать. Так мы сможем наносить больше урона. Таким образом, мы завершили все испытания. Теперь нам нужно забрать награду. Увидимся в следующем видео. Не забудьте подписаться на мой канал. Всем удачи!